В субботу в областном центре прошли масштабные соревнования по спортивному самбо. Участники – воспитанники секции из Иваново, Шуи и Волгореченска в возрасте от 10 до 14 лет. Всего около 70 юных спортсменов. Сейчас этот вид спортивного единоборства, рассказывают организаторы первенства, как никогда востребован. Желающих тренироваться очень много. Самбо у нас, как бы так вы считаете, является национальным видом спорта, тем более такую маленькую тайну открою. Сейчас подали в Международный олимпийский комитет заявку, чтобы рассмотреть, чтобы самбо включили в Олимпийские игры. Сейчас это на уровне правительства решается вопрос. И если МОК, Международный олимпийский комитет, эту заявку рассмотрит, то будем надеяться, что в 2020 году самбо включит в Олимпийские игры спорта. Получается, нынешние призеры городских соревнований в будущем возможные участники Олимпийских игр. Поэтому и выкладываются спортсмены на пределе своих возможностей. У большинства уже есть свой скромный список достижений и совсем не скромные амбиции. Уже занимаюсь 2 года. Мне самбо нравится. На соревнованиях иногда занимаю 3-е, 1-е, 2-е. Еще никогда не вылетал. Я не собираюсь уходить. Я планирую стать примерно чемпион России. Для спортсмена амбиции – это то, что движет им на пути к новым победам. И с каждым новым боем, с каждой медалью участники первенства все ближе к мечте. Однажды прославить свой город и свою страну. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.